Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой стороны вы приехали? Мы из Украины. А город какой? Место Львов. Место Львов, да? Вот вы мне скажите, вот вы первый раз в Болгарии? Так, почти раз. Ну, какие ваши впечатления? Понравилось вам отдых? Дуже нам сподобався відпочинок і дуже сподобалось з вами співпрацювати. Ви нам завжди дуже добре допомогли. Ми приїхали, не мали де зупинитись, і пані Оля нам дуже допомогла, знайшла місце без проблем для нас і наших друзів. Ми разом поселили в одному будинку, в одному готелі. Все дуже класно. Ой, спасибо вам за добрые слова, конечно, спасибо большое. Вот вы в итоге отдыхали в комплексе Бутерфляй, да? Вот вы мне скажите, вот расстояние до моря, вот все-таки далековато или нормально? Нормально, незалежно від того, що ми з двома дітьми, до 10 хвилин ми заходили без проблем до моря. Ну, получается, если в среднем идти пешком, получается, где-то, ну, 5 минут, получается, да? Самым, 500... да, с детьми до 10, а самим здесь 5 хвилин. Ясно. Ну, в целом, вам комплекс понравился, все хорошо. Да, все, спасибо, все вот, я смотрю, вы загоревшие такие, красивые. Так, где второй ребенок? Дети, вам понравилось все? Ты едете обратно? Понравилось на море? Да. Понравилось? Слушайте, здорово. Вот апартамент, который вы заселились, в итоге как бы все хорошо, все. Так, все добре, все классно. Ну, спасибо большое, я очень рада, что вы уезжаете с хорошим настроением. И ждем вас обязательно, как минимум, на следующий год. А то еще в этом году можно, в сентябрь, октябрь, пожалуйста. Еще сезон не закончился. Все, спасибо вам. Вам дякую. Спасибо.